Нашла. Он за собой огромный гири тащит, говорит, я устал их тащить. Хорошо. А кто тебе их одел, Юрий? Не в курсе? Нет, он не знает. Найдем сегодня ответственного. Хорошо. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Юрия в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Юрия поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3, и пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Юрия. Интересуемся, готов ли он к диагностике. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Гири где находится? На руках, ногах? Да, на руках. Он дергает цепи большие. Хорошо, Влад, разрешите гири. 1, 2, 3. И они уходят в клетку-тюрьму. Секунду. На ногах тоже есть что-то утяжеляющее. Все вытаскивай, все разрезай. И все, что на ногах находится, уходит тоже в клетку-тюрьму. Готово. Отлично. Как себя сейчас? Лучше чувствуешь, Юрий? Да, свободнее, но руки трет. Отлично. От этих гирь выстраиваются каналы к ответственным. 1, 2, 3. И притягивай в клетку тюрьму, где бы они ни находились. 1, 2, 3. Стоят в клетке. Демон. Считается герцовку над головой демона. 15. Демон, а что ты за беспредел здесь творишь? У тебя есть контракт с человеком? Договор. Какой? Устный. Устный? А ты уверен, что он существует? И Юрий о нем знает? Если я его сейчас спрошу, Юрий, у вас есть договор с демоном, который утверждает, у вас есть какой-то устный договор с ним? Он говорит, нет, что вы. Демон, ты хочешь меня обмануть? Мы с ним договаривались. Кто из вас врет? Я не верю, что это Юрий. А мне кажется, ты обманом вошел, демон. Если ты сейчас это не признаешь и будешь мне дальше здесь театр показывать, я просто тебе ударю 500 тысяч герц. Сожгу тебе полностью твою шерсть. Обрежу говорит, тебе рога и уничтожу, и выкину тебя в галактическое ядро, паразит. Ты что, мне здесь будешь истории рассказывать или что? Он говорит, я не говорил, что я святой. Хорошо, демон. Если мы на этой ноте начинаем, тебя сегодня ожидает очень интересное впечатление. Запомнишь на всю свою оставшуюся жизнь. Я даю команду. На счет три сканер сканирует пространство над головой Юрия под ногами. Заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Юрия, находит все. Сколько ты лет находился в биополе, демон? Договор был. Просто он не помнит, давно это было. Ой, демон, но я сейчас вытащу. Я вытащу 13 лет сижу. Я сейчас вытащу все договоры и почитаю все, что там находится. Тебе просто надо будет побыть в клетке и наблюдать. Он показывает на гири и говорит, что они за один день не наращиваются. Он мне жаловался. Он именно демону жаловался. Он сказал, демон 15 герцовый, я хочу тебе пожаловаться. Или как это было? Объясни мне. Говорит, за одним столом с ним сидели. Бухали. Ага. И вообще был жаловался. В осознанном состоянии? Или ты обманом к нему подлез? Я слушал. Ну, а я тебя сейчас слушаю. А мои уши не бесплатные. А, вот как. И что ты ему предложил? Что ты сказал? Давай, и что дальше ты сказал? А давай-ка я тебе что? А ты мне могу за это помочь, что? Могу помочь, сказал. Вот, а давай-ка я тебе смогу помочь. И как ты ему пообещал помочь? Какая это была ситуация? Облегчу. Облегчишь, хорошо. Что именно облегчишь? Да жизнь его облегчу. Угу. И облегчил? Он смеется. Хорошо. Так, демон у нас. Кто там еще, Верочка? Посмотри, скан закончился? Да, закончился. Кто еще у нас? Суккуб. Суккуб. Гуманоид. А, вот так вот. Гуманоид. Испрут. Испрут. Хорошо. Суккуб, сколько ты находился в этом биополе? Он показывает, как он возится в нем 7 лет. Демон привел тебя? Да. Гуманоид, откуда ты? Орион. Хорошо, Орион. Откуда, что ты воровал у него конкретно? Позитив. Счастье. Сколько ты лет сидел в его биополе? 20. 20 лет.
синхронизирован по полной программе. И спрут высушил его, да? А почему ты так на него агрессивно действовал? Почему он не защищался. А ты считаешь, что все, кто не защищается, не имеют права вообще существовать, да? Ты считаешь себя как бы высшей цивилизацией, да? Нет, дело не в этом. А в чем? Хотя это тоже так. Посмотри, пожалуйста, не где... не сопротивляется. Да. Я чувствую себя хозяином. Хорошо. А сейчас ты вокруг себя видишь что? Лазерную клетку-тюрьму. Такое и ты сядешь... бывает. Да. И как ты думаешь, куда ты уйдешь после этой встречи сегодня со мной? Какие есть варианты? Будем рассматривать все варианты. Спрут, как долго ты находишься, по мере твоей ответственности, как много ты нанес вреда. Спрут, как долго ты находишься в этом биополе? Он что-то чавкает. 4 года. 4 года. Что мне вам сказать, не чавкать? Не чавкай, Спрут. Заткнулся. 4 года. Хорошо. Я даю команду тонкой копии Юрия спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную и патогенную, низкопротективную программу, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Юрию. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Просто идет слизь какая-то, которую он чавкал. Отлично. Дальше. Гуманоиду? Гуманоид очень синхронизирован с ним. Он как центральный весь его стержень забрал. Металлический такой цвет возвращается к нему. Ты что, из него гуманоида делал или что? Гуманоид? Нет, он устраивался в нем. Как можно устраиваться 20 лет, находясь в биополе? Ты давно устроился? Учился и потом наблюдал за другими. Ты воровал частички души и биоматериал? Его ДНК. Синхронизировался с ними. Это не ответ. Я вытащу сейчас твою конструкцию и заберу реверсом все частички души. Если хоть один микрон там будет... Но он там будет синхронизирован полностью. Хорошо. Он показывает просто в нем внутри. Весь стержень внутренний, он забит вот этой энергией. Давайте шаг за шагом будем убирать сначала все по очереди. А вот Суккуб, я не знаю, что он хочет показать. Да. Но он такой по клетке, он ходит, он сам с собой разговаривает, руки складывает каким-то таким, заламывает. Это он копирует его или как? Скорее всего. Ага. И это твоя работа, ты это хочешь сказать, Суккуб? Эти он переживания. Он с собой разговаривает как-то. Ну он на самом деле с собой разговаривал или с тобой? Он говорит, что на этом фоне мы сошлись. Почему ты мне не отвечаешь? Нравилось ему вот это заламывание рук. Это его было или это тобой принесено было? Суккуб. То есть, Суккуб, ты принес это заламывание рук. Я правильно понимаю? Да. Хорошо, значит, мы теперь знаем причину. А как ты влиял, демон, на него? Скажешь, когда реверс закончится, Вера? Ага. Он на гире показывает. Ага. Отяжелял его, тормозил. Что ты делал этими гирями? Ощущение, что они его с ума сводили, с Суккубом. Демон, ты хотел человека свести с ума? Это высший пилотаж. Нет, высший пилотаж я тебе сейчас покажу. И в моих руках появляется шар энергии царя Соломона. 1, 2, 3. Посмотри на это. Ты видел такое? Ты видел это когда-нибудь? Очень давно. Вот это и есть высший пилотаж. И этот шар входит в меня. А не сводить людей с ума. Он говорит, это на твоей чистоте, на моей чистоте высший пилотаж. А, в этом плане. Свести с ума и полностью руководить человеком. Хорошо. И к чему? В конечном итоге подтолкнуть к чему? К самоубийству? Любой путь. Уместен, главное забрать, затащить. Хорошо. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса Юрий забирает. Все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Юрий себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Прошел процесс.
Демон говорит, странно, как он до тебя дошел. А ты ему не мешал разве? Ты не знал, что он собирается ко мне идти? Обычно мы в Не курсе. знал, с чем я сталкиваюсь. Ну, и как? И с чем ты столкнулся? Законами мироздания. Абсолютно верно. И давай сделаем так, чтобы эта встреча прошла как можно безболезненно для вас. Для этого просто требуется от вас кооперация и исполнение моих приказов. Больше ничего. После этого я буду отпускать вас на вашу чистоту. Обращаясь ко всем присутствующим. Кто из вас еще присутствует в доме Юрия? Никто из них. Там свои гуляют? Демон, ты должен знать. Мелкие сошки. Понятно, хорошо. Значит, есть и порталы и так далее. Не поделили чакры. Ну, им хватает. Оранжевая, желтая – это сукуб и демон. Зеленая, голубая, синяя – это гуманоид. И на голове сидит товарищ Спрут. Фиолетовый. Отлично. Закончился ревер. Хорошо. Так, Спрут, давай выходи, вытаскивай, отключайся. Все, что ты установил, жидкость, все отсасывай, ничего не забывай. Возвращайся в клетку и докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить 2 миллионами герц, может и выше. И если кто-то что-то забудет случайно, он по каналам сгорит. Я предупреждаю. Надеюсь, все это понимают. Давай, Спрут. Он собирает, а он говорит, что он сахарный. Объясни. У него как кристаллы, вот эта вот жидкость, или что, чем он там чавкал. Ну. Она закристаллизировалась сверху. Он собирает все, вытягивает все это. Готово? Хорошо, я даю команду. На счет 3 установка, все, что он установил, гуманоид. На счет 3 отключается, отсоединяется. И все это выходит и зависает перед Юрием. 1, 2, 3, пошел процесс. Ощущение, что там целый пульт управления внутри. Все выходит в помогаемую энергию. Позвоночнику полностью он соединен. Один за другим отцепляется. Гуманоид, а если я сейчас установлю эту установку на тебя, подключу твоим позвоночником, включу на полную мощность, сколько ты выдержишь? Я могу быть в другом состоянии. Ага. Он не подействует на меня так. Мое тело, оно едино. Не как ваше состоит из разной материи и органов. У тебя есть физическое тело? Где оно сейчас находится? На твоей планете или на корабле? В безопасном месте. Как долго ты можешь находиться в состоянии этого анабиоза? Если нахожу подходящий объект и соединяюсь с ним, питательные свойства подходят к моей структуре. Я могу забирать питательные средства, тогда могу находиться годами. Понятно. Мой биоробот подпитывается автоматически. А у него мышцы не атрофируются у твоего биоробота, находящегося в этой жидкости? Я сейчас вижу. Что? Повтори. Я говорю, у тебя мышцы есть вообще у физического биоробота? Если они лежат 20 лет без действия, они не атрофируются? Они не становятся слабыми? Жидкость, в которой я нахожусь, имеет свойство... Подпитывать это наполнять все, да? Их, как вы говорите, массажировать, но не в этом конкретно виде, как вы представляете массаж. Хорошо, гуманоид, я вот еще одну вещь не понимаю. Неужели у тебя нет других источников энергии? Они есть. Вы можете добывать энергию и другими способами. Почему такой паразитарный образ жизни у вас? Вы не защищаете свои энергии. Ну как же, мы и даже защищаем. Не умеете работать с ними. Как ты думаешь? Да, такой факт есть. Но как ты думаешь, это долго будет продолжаться? Или уже все это скоро когда-то закончится, потому что человечество просыпается? Пока вы спите, не закончится. Ну хорошо. Но видишь меня спящим перед тобой стоящим или как? А я не один.
где-то еще такие есть, как я. Вас правда мало. Это... Что? Вас мало. Нас мало. Пока мало. Он но достал. Будет больше. Что он достал? Это я ему дал команду выйти из этому, этой... Да, конструкция висит? Конструкция, да. Висит. Отлично. Выстраиваю канал от Юрия к этой конструкции. 1, 2, 3. И реверсом забираю. Юрий, хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Все, что ты перечислил, все возвращается. Я так и знаю. Готово. Суккуб, выходи. Вы, так, под эта конструкция отправляю в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Суккуб, выходи. Вот, снимая все свои ленточки, ошейники, все, что ты установил, отключайся полностью. Возвращайся в клетку и докладывай мне о готовности к проверке. Приступай. В желудке у него что-то он наделал, как воронку какую-то. Ну что это за воронка? Истощил. Суккуб, он смеется. Почему? Он говорил, тащил, тащил и истощил. Суккуб, хочешь, я тебе сейчас за 2 секунды у тебя пропадет улыбка и смех? Он говорит, не обижай меня. Иногда вы очень серьезные. Это приводит к проблемам. О, да. Он говорит, что ты нехороший. Да. А ты хороший? Запугивать бедного Суккуба. Не просто запугиваю тебя. Нет, я не запугиваю тебя. Я просто говорю то, что будет. Если ты не перестанешь мне здесь театр устраивать. А быстро соберешь и вернешься назад. Бедный Суккуб. Мы недавно встречали действительно бедного Суккуба. Он был карликом. С бесом пришел. Вот это был бедный Суккуб. Еще маленького роста. Но, говорит, очень способный он. Всех удовлетворял. Это был инкуб. Инкуб, конечно, да. Ты снял. Хорошо, демон, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил. Отключайся полностью. Возвращайся в клетку тюрьму. Приступай. Демон, скажи мне, есть ли арвы в биополе, Юрия? Мне снимать ничего не осталось. Ты все вывел. Я лярвы не выводил. Лярвы есть. Ну вот я и спрашиваю. Ты хочешь меня спросить разрешение эти лярвы взять? После того, как ты все вытащишь. Он говорит, меня пугают перепады твоего настроения. Я думал, бить будешь. Ты мне Нет. Лярвы предлагаешь. Пока ты со мной нормально общаешься. Я заберу с удовольствием. Хорошо, пока ты со мной нормально общаешься и не говоришь всяких глупостей, у меня нет оснований на тебя реагировать. Перепады в настроении у меня только бывают, когда я замечаю какую-то слишком большую несправедливость, очень массивное воздействие, или когда мне не отвечают на мои вопросы. Пока ты мне ответил на все вопросы, у меня нет никаких оснований тебе эту лярву не отдать. Когда я ты все с ней... Хорошо, вытаскивай все, и я тебе дам отдельную команду на лярвы. Все вытащил ты. Разрешаю тебе забрать лярвы. У него на ногах лярвы, как змеи черные. А что это за змеи, черные лярвы такие? Я таких еще не видел, демон. Объясни. Много топтался на месте, много не устраивало, много негатива. Все в ноги спустилось. Понятно. А там ты сидел. Все к тебе. Точно. И Суккуб помогал ломанием рук, и все остальные. Удобное место. У него на третьем глазе еще лярва. Хорошо, все забирай. А кто ему третий глаз лярву поставил? Спрут? От его воздействия пошло? Нет. Гуманоид тогда остается только. Он показывает ему, как он напрягает. Угу. Третий глаз? Напрягается, да. То есть мозги напрягает, думает. Угу. Пытается думать. Он чувствует вот это напряжение в голове, но оно никуда не уходит, оно складывается. И наскладывалось в лярву. Понятно, вытаскивай все. Да вытащил уже. Все забыл. Хорошо. А то Юрий говорит, эх, были времена, жил я без них. Была и легкость в моей жизни. Сейчас вспоминает и чувствует. А он знает, где он сделал ошибку, когда они к нему подключились? Они не приходят в большинстве своем просто так. Демону по течению нужно. Плыл, говорит. По течению плыл. Абсолютно. Вот это то, что любят демон с Суккубом. Да и все остальные. Отлично. Спруты тоже очень это любят. Особенно в пожилых людях, потому что они не так быстро меняют свои привычки.
Хорошо. Так, включаем внутренний белый свет Юрия. 1, 2, 3. И на счет 3 светом выдавливаем все негативные остаточные энергии на частотах интерферентов. 1, 2, 3. И их присадок. Пошел процесс. Интерферентов не вышло, но вышли энергии Кири. Все. Немного более. Гуманоида, да. Большой шар? Нет, небольшой. Открывается под ним портал, галактический дрон уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем, даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. У него энергии почти совсем нет. Подхожу к Юрию, помогаю ему, даю ему 100% энергии. 1, 2, 3. Сейчас сканер, подожди, закончит. Хорошо, давай. 100% энергии он получает. Вибрации поднимаем до комфортного уровня. Ему осторожно с энергией надо, у него мало энергии, и даже 100% для него это, он как розоветь начинает. Хорошо. Устанавливаем комфортный уровень энергии для Юрия и поднимаем вибрации до комфортного уровня, чтобы он мог дальше работать. Он чистый. Отлично, хорошо. Так, подхожу к Юрию, кладу руки на плечи, помогаю своей энергией сделать импульс. Ему высокое вибрационное шоковое удар и сжечь все каналы к интерферентам на счет 3. 1, 2, 3 удар. Отлетают все каналы. Открывается портал, галактическое ядро, канал уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Так, все прошли проверку. Спрут готов уходить? Да, он кивает. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута. 1, 2, 3. И спрут забирает все, что он с собой принес. Уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Суккуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. 1, 2, 3. И суккуб уходит на свою частоту. Забирает все, что с собой принес. Закрывая, печатая, растворяя. Гири остались. Под гирями открывается портал в галактическое ядро. Они уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Демон готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. И демон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, я прошу Ли выйти на связь. На связь. Приветствуйте, Ли. Посмотри, пожалуйста, 20 лет гуманоид Орион. Мощная конструкция. Все вытащили ДНК и частички души, и биоматериал. Полностью атака. Ух ты, какой долгожитель. Принимать да. Будем. Хорошо. Много историй расскажет. Однозначно, я думаю. Добро пожаловать. Наш кинотеатр. Новый мир. Сколько приблизительно по времени земному он проведет у вас для ориентировки? Не как могу сказать, пока не увижу все. Да, конечно, процесс осознания там же тоже долго. Думаю, это не первый, в ком он так долго сидел. Скорее всего. Уж очень профессионально он это все подключил, и очень много было всего. 20 лет. Готово. Благодарю. Хорошо. Так, под этой конструкцией открывается портал в галактическое ядро, оно уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Клетка пустая? Да. Синхронизируется энергия, вибрации гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Юрий, мы закончили чистку. Как вы себя чувствуете? Полный, и я лучусь. Излучаю свет. Замечательно, отлично. Так и должно было быть. Хорошо, будем возвращать вас назад сейчас в систему биоробот-душа. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Юрия в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Пошел процесс. А ты знаешь, ему не хватает очень этих энергий, вообще яркого света. Сейчас у него есть. Поэтому он говорит, я излучаю, лучусь. Он должен регулярно заправляться этими энергиями. У нас на канале есть очень много видео. Если он все их смотрел, как он говорит, то он должен был найти эти видео для заправки энергии, обучающие видео, как выставлять мир. Он серый, как негативный, пустой. Физическое тело. Вот сейчас оно наполняется полностью. Отлично. Соединяется с тонкими телами. Надо представлять чакры и энергии внутри. Разноцветные. Ну, да, его еще неделю, наверное, будет колбасить после чистки. Ему надо все это к этим энергиям привыкнуть, потому что оно всем по-другому. Готово. Будет.
Отлично, хорошо. Гармонизирую. Синхронизируются энергии и вибрации, гармонизируются, распределяются, усваиваются наиболее эффективным образом. Один, два, три, пошла гармонизация и синхронизация между физическим роботом и энергетическими тонкими телами. Все энергии переходят на физический план. Они как скрепляются внутри него физическим телом. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. У него, знаешь, болеть может по чакрам будет. Я говорю, неделю будет болеть. Сверлить. Пройдет. Готово. Ты на месте? Нет, я только его оставил. Отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Да, я на месте.